Всем привет! Смотрите, какая ситуация произошла. Аксио, то, что снизу машина, под Лексусом, собрался поворачивать как бы налево. Ну, тут вот видно, он как бы там стоит, тоже так его немножко развернуло. Лексус не успел среагировать. Ну, он ехал по этой же полосе сзади, не успел среагировать. И выскочил на встречку, где врезался в другой джип. Вот он. Так, он не успел, как бы, получается, выскочил на встречку, они врезались, и его закинуло на Аксио. Вот, а вторую отбросило на микрогрузовик. И получается, вот мы видим, как бы, вот это месиво из нескольких машин. Водители это госпитализировали со скорой, ну, непонятно сейчас там кого. Ну, тем не менее, как бы, вот, видно, что это просто жестокая авария. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал.